Эта присяга напоминает молитву, которую одновременно произносят десятки будущих пожарных. После долгих учений они впервые одели новую форму и готовы к предстоящей службе. По традиции, день присяги совпадает с днем пожарной охраны. И опять-таки, по сложившейся традиции, в Краснодарском крае после присяги возложения цветов к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей проходят учения на Ахтырском полигоне Абинского района. Такая проверка новоиспеченных пожарных – это уже ритуал, так сказать, крещение огнем. Проводится с 1973 года. На сей раз в масштабных пожарно-тактических учениях приняли участие опорные пункты 6 районов, в том числе и Славянский. Участникам условного ЧС предстояло потушить возгорание в резервуаре с нефтью. На данных учениях отрабатываются различные варианты тушения пожаров с применением новейших технологий, новейшего оборудования. Вот сейчас вы только что наблюдали Тихорецкий опорный пункт, выполнял задачу по тушению пожара с применением монитора «Монитор 4000». В этот день пожарные продемонстрировали 6 способов тушения огня. В ходе операции по ликвидации возгорания было задействовано около 50 единиц техники, в том числе абсолютно новой. Тимашевский опорный пункт показал работу единственного в крае пеноподъемника. Славянские пожарные тоже привезли на полигон новое оборудование – коленчатый подъемник. В общем, как показали учения, в случае разбушевавшегося огня у пожарных есть способы борьбы с ним. Юлия Ганезова, Андрей Постовой, Александра Тимовская. Программа «События».